Здорово, пиплы. Многие часто из вас в последнее время жалуются, что падает процент побед, бои плохие, лето началось. И даже я заметил, что детворы в рандоме стало больше, а адекватных нормальных игроков стало меньше. Но немного все утряслось, стало чуточку лучше, но в принципе рандом уже давно в таком вот состоянии неадекватном находится. Так вот, пришел я к вам на помощь, потому что кто, если не я? Последние несколько дней я играл во взводе втроем на 8 уровне. Для чего? Для того, чтобы сделать этот видосик и сказать вам, что за первый день, играя кучу боев за 6 часов там или за сколько, на 8 уровне мы увидели десятки один или два раза за 6 часов. Девятки там, я не помню вообще, были или нет, и почти всегда мы играли с восьмерками. Можете открыть, посмотреть стрим, посчитать сами, там почти всегда были одни восьмерки. Сегодня мы еще раз поиграли во взводе, на 6 сервере, если вам еще и сервер нужен, на восьмерках, втроем во взводе, и мы десятки за 4 часа или за 5, я не помню сколько, не видели ни разу, вообще я не помню их. Либо, может, раз было или вообще не было. Неважно. Короче, их практически не было. И девятки, кажется, один раз были. Все остальные бои были просто восьмерки. Хотите ли вы поиграть в рандоме не внизу списка? Ну и не вверху списка, а просто посередине. Хотели одноуровневый бой? Заходите на восьмерки втроем во взводе. Мы играли две СТшки и одна арта. Почти всегда. Один раз, кажется, кинул к десяткам, когда я взял ПТ-шку, у нас получилось ПТ, арта и СТ. Но с уверенностью скажу, что две СТ-шки, Прожетта и П-44 Пантера, то есть два итальянца СТ-шки и плюс арта американская 8 уровня, всегда играют 8 уровень, всегда, тупо всегда. Как это, ну, так получилось у картошки, я, честно говоря, вообще не понимаю, но картошка это всегда было нечто невероятное, поэтому я не удивлен, что есть возможность играть всегда, ну, просто говоря, просто тупо в топе. Это, конечно, не с шестерками, но это и не с десятками. Также еще что я вам могу посоветовать в плане того, что как поднять процент побед. Вот вы говорите, процента побед нету, там один раз победил за несколько дней, там 30 боев, 2 победы. Все очень просто. Уровни, которые я рекомендую играть, это 6, 7, 8. 9 уровень я крайне не рекомендую, поскольку он играет всегда с десятками. И чтобы побеждать, там нужно будет убивать десятки на девятке, на имбовой. То есть ее не надо качать, она уже должна быть в топе, она должна быть имбовая. И вы должны играть настолько классно на ней, что вы должны просто сметать все на своем пути вместе с десятками. Только в таком случае вы будете на девятке поднимать процент побед свой. В ином случае вы будете только ливать все в нулище и лучше туда даже не заходить. Девятки сейчас играют всегда с десятками в жопе. И это крайне не рекомендую я играть вообще на девятках, забейте на них. Картошка такая штука, что время от времени она меняет свой балансировщик и где-то становится хорошо, где-то плохо. Где-то прибыло, где-то убыло. Так вот, девятки это был самый комфортный уровень на протяжении всего существования картошки. Сейчас это самый конченый уровень. Держу в курсе, туда даже не заходите. Десятки это уровень сейчас, который всегда играется с тремя артами. В принципе, если вы хороший игрок и три арты вас не раздражают, вы можете нагибать на десятках и у вас будет хороший процент побед. Если вам десятки особо не нравятся, не нравятся странные люди, которые играют на десятках, вас бесит арта, то на десятки тоже лучше не заходить. Я говорю четко с уверенностью, что 7, 8 и 6 уровень самые четкие сейчас для игры соло. Также еще во взводе, если на восьмерке играть втроем, то заметно намного чаще кидает просто к восьмеркам. Видимо, балансировщик не в состоянии высрать для взвода из восьмерок бои внизу и вверху списка, а просто кидает к восьмеркам и ни о чем даже не парится.
Также еще мои совзводные говорили, что на 6 и 7 уровне, если играть взводом из 6 или 7, то же самое, просто кидают в одноуровневые бои и все. Играть во взводе с хорошими людьми, если ты сам хороший игрок, всегда со своим уровнем, это дает тебе нереальную возможность поднимать процент побед. Мы играли, просто угорали, веселились, и у нас процент побед все время был от 75 до 80, плюс-минус. При этом я за собой замечал очень много ошибок, где можно было бы дотащить бои, но мы просто так сильно угорали, что просто уже играл лишь бы как-нибудь, и это на 75% побед минимум. Мы играли лишь бы как-нибудь по приколу. А вы мне говорите, что процент побед сейчас падает. Вы, видимо, не там играете и не нашли то место, где можно поднимать процент побед. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну и, конечно же, если не брать игру взводом, а посмотреть, как я играл сам, то вы можете зайти на КТТС, вбить мой ник и посмотреть, что у меня все бои процент побед очень высокий. Только один день был в этом месяце с процентом побед 50. Все остальные были там что-то 60 с чем-то и выше там что-то такое. Поэтому где процент побед падает, я не знаю. Я просто не играю сейчас на девятках, не играю на десятках, я играю почти всегда на восьмерках. У меня процент побед высочайший. Все. Что еще можно сказать? Собирайте взвода, приносите пользу в бою и будет у вас процент побед. Если вы в бою ничего не делаете, не понимаете, как правильно играть в картошку, то и процента никогда не будет, потому что вы не тащите. А где тащить, я вам подсказал. Как тащить? Весь канал в гайдах. Пользуйтесь, смотрите, учитесь, нагибайте. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.